Павел Николаев родился в Москве, сейчас живет в Краснодаре. Работал и выставлялся в Европе, Америке, Южной Африке. Во время путешествий он познакомился со средневековой живописью. Ее влияние сказалось на его дальнейшем творчестве. Сам художник определяет свой стиль как готический наив. Узнаваемый, яркий, самобытный стиль, который в себе таит и эффект состаривания, когда приходишь на его выставку, такое ощущение, как будто бы ты попадаешь в галерею старинных картин. С другой стороны, в работах виден детский, немного наивный взгляд на мир. Центральная картина о мечте отражает настроение всей выставки. Как считают сотрудники галереи, теплые душевные работы Павла Николаева найдут отклик у саровского зрителя. Сейчас в Саров приезжает очень много гостей, внуков, детей, возвращаются на каникулы, приезжают сюда к своим родным, близким. И я думаю, что это будет настоящим подарком. Подобно художникам прошлого, Павел Николаев вручную делает и рамы, покрывая их составом из воска и смолы. Всего на выставке представлено 36 его произведений. Большинство написано акрилом на деревянных досках и покрыто несколькими слоями лака. Именно лак создает на его работах особые трещины, кракелюры, которые дают эффект состава. Краски. То есть сначала написана работа, потом он покрывает специальными слоями, которые дают эти кракелюры, после чего втирает темную краску и проявляя эти трещинки на поверхности, ну, в данном случае не холста, на поверхности красочного слоя. Познакомиться с экспозицией можно до конца лета. А также в рамках выставки каждый четверг в 16:00 в галерее будет проходить творческая мастерская «Рыбы чудес», где все желающие могут придумать и сделать рыбку и написать на ней пожелание художнику. Затем их все отправят в Краснодар Павлу Николаеву. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.